Конкурс «Световая жемчужина Севера» проводится с 2006 года. За это время лучшими были признаны иллюминации главного здания художественного музея, театра оперы и балета «Эстония», эстонский драмтеатр, главное здание технического университета и аллеи академиков. В этом году на конкурс иллюминации и подсветки городских сооружений были представлены телебашня и новые платформы ожидания эстонской железной дороги, которые и получили титул «Световая жемчужина Севера 2013». Помимо этого, сегодня жители Таллина узнали и имя снежного терминала. Дворника, который лучше всего справлялся этой лютой зимой с уборкой снега и льда. Кандидатов вообще 14. Почти каждая, все городские части дали нам людей. И там были их труды написаны, и были фотографии, что они чистят, как они чистят. Из этих мы и выбрали человека, у которого самый больше, по-моему, он все 24 часа работает, потому что у него 10 объектов. И на всех объектах были с ним очень довольны. Им стал Игорь Иванов, обслуживающий около 10 дворов в Мустамяе. В подарок он получил подарочную карту Каубамая и Меритон СПА общей стоимостью 320 евро. Второе место поделили две дамы – Тамара Зажигина и Прасковья Кухтенкова, работающие на Маяка 38 и Сыпруса 8 соответственно. Каждая из них получила в подарок карту на 140 евро. Все прекрасно знают, кто выбирает. И, скажем так, не хотелось подводить в первую очередь наших. Но мимо нашего дома ходит огромное количество людей, и не наших. И вы знаете, было очень приятно, когда с каждым днем все больше и больше появлялось знакомых, которые просто здоровались, а много просто подходило даже поговорить. Не совсем молодых, скажем так. Ну и третьим конкурсом, победители которого были объявлены сегодня в ратуше, стал «Дворы в порядок 2012». Из 13 представленных частями города кандидатов премиальная комиссия выбрала три квартирных товарищества. Кивила 3, Кескуза 14 и Тонди 51А. По словам вице-мэра Таллина Калли Кландерфа, премию в 9 тысяч евро было решено поровну разделить между тремя лауреатами. Квартирное товарищество Кивила 3 построило в рамках проекта новую парковочную площадку на 22 места, получив субсидию в 13 525 евро. Кескуза 14 построила перед домом тротуар и 34 парковочных места, максимально сохранив растущие на участке деревья и кусты. Субсидия от города составила 10 389 евро. Оба товарищества впервые участвовали в проекте. Третье квартирное товарищество Тонди 51А в Кристины построило 31 дополнительное парковочное место и нашло решение для отвода дождевой воды. Субсидия составила 9 тысяч евро. Квартирное товарищество участвовало в проекте «Дворы в порядок» уже в третий раз. Всего за 3 года город выделил квартирному товариществу в рамках проекта 32 тысячи евро, что является довольно солидной инвестицией и хорошим примером для других квартирных товариществ. Елена Соломина, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.